3, А. Что, последний был? Это мое. Победу безымянного преимущества одержал Артур Бенерви, Россия! Будет небесам жарко, сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Наша команда уже потеряла трех, по-моему, бойцов, так сказать, не претендует на абсолютный рекорд. Это еще ни о чем не говорит, вы понимаете. Соревнование не может быть только победным. Понимаете, вот здесь класс бокса достаточно высок, и, безусловно, каждая команда, в конце концов, она потеряет кого-то. А в каких весовых категориях, в общем-то, мы можем рассчитывать действительно на успех? Я не знаю, ну, может быть, у нас... Знаете, тренеры рассчитывают, как рассчитывают, предполагают, так сказать, самое. Команда была подобрана таким образом, что ребята во всех весовых категориях могут вести. У нас бывали такие случаи, вот, в нашем поколении, там, Попенченко, такого чемпиона Олимпийских, Киселева, когда команда выходила и вообще почти более половины весовых категорий мы были чемпионами. Но эти победы достаются сложным путем, отказом от многого. А вот в плане технического мастерства, насколько бокс, какая-то эволюция существует? Конечно, он стал более динамичным, может быть, или была техника вот вашего поколения, значит, нам, может быть, вы знаете, говорили о том, что сравнение такие боксеры, как Финченко, Киселев, там, Агеев, Благутин, боксировали лучше, там, или еще что-то такое. Эволюция, конечно, идет. Больше такую остроту приобретает профессиональный бокс. Но это тема отдельного разговора. Да, кстати, вот женский бокс появился. Важно, чтобы травматизм был меньше, чтобы зрелищно интересно было, чтобы это, в конце концов, способствовало физическому воспитанию полноценного человека. Мы верим твердо, героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена.